Теперь жители Второй речки могут заниматься спортом не только зимой, но и круглый год. Раньше на Енисейской находилась хоккейная коробка, сейчас это спортивная площадка с резиновым покрытием, футбольным полем и баскетбольными щитами. По периметру площадки установлено высокое ограждение, камеры видеонаблюдения, проведено освещение. А за стадионом появились турники, тренажеры и новый тротуар. Хочется поблагодарить, в первую очередь, администрацию города, что обратили внимание. Раньше здесь была коробка, зимой был только хоккей, летний, осенне-весенний период, в принципе, дети здесь ничем не занимались. Сейчас это стадион полноценный. Мы очень рады, что нам сохранили на зиму лед, что здесь будет заливка катка, потому что очень актуально для вашего микрорайона. Я, как мама мальчика, школьника, очень рада, что теперь есть возможность заниматься спортом, гулять с мячом. Площадка доступная, очень много здесь домов вокруг, очень много деток, потому что мы очень рады. Новую спортивную площадку возвели совместными силами администрация Владивостока и специализированный застройщик СМП. В торжественном открытии участвовали Сергей Вахнин, учредитель СМП, и начальник городского управления физической культуры и спорта Юлия Вельбик. Эта площадка станет местом притяжения не только ребят, которые на сегодняшний день стоят на этой площадке. Я точно знаю, что вы все занимаетесь спортом не один день, и вы уже то самое лучшее население города Владивостока. А как раз для жителей этого микрорайона это станет площадкой, которую они в первую очередь будут сохранять. На мероприятии Юлия Вельбик и Сергей Вахнин вручили тренерам благодарственные письма главы города Владивостока и поставили памятные подписи на мячах. Также воспитанники муниципальных спортивных школ после торжественного открытия сыграли несколько дружеских матчей по футболу и гандболу. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.